заткнись, пожалуйста. Опа, привет. Привет. Я в душ. Угу. Там полотенце под рукомойником. Ты прям как бабка моя, еще в 7 утра позвонил. Здоров. Че, тиндер отвлекает? Она в душ пошла. Да ладно. Хотя раз в год и палка стреляет. Слышь ты, раз в год, блин. Вот здесь. Два минимум. Три вообще валяется. Короче, с днем рождения. Где бухаем сегодня? Ты пошел ты на... Не, чувак, ну сегодня я не хотел праздновать. Не планировал. Давай на выходных. Вкусный ты, Андрюха. Ну, какой есть, ну. Все, давай, пришли. Кофейку хочешь? Угу. Ой, уже 9:00. Без кофе, к сожалению. Ты вчера вроде говорил, что в центре живешь. Мне показалось. Ну так, я практически весь день на работе, можно и так сказать. То есть знакомых в кино у тебя тоже нет, да? Дофига. Понятно. Я на такси. Кстати, день рождения у меня сегодня, это правда. С Новым годом! Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Да, мам, привет. С днем рождения, сынок. Спасибо. Ты сегодня приедешь? Ну, конечно, приеду, мам. Как только дела закончишь, сразу приеду. Я просто так спросила, потому что бывал ты по-всякому. Андрюша, ты маленький, хорошенький такой был. Сейчас тебе фотку пришлю, посмотрим. Мы как-то поехали отдыхать, побыть с тобой. А тебя с рук нельзя было согнать. Тебя постоянно надо было носить на руках. Охренеть. Андрюш? Да. Ладно, мам, присылай. Присылай, а? Давай, пока. Итак, через неделю, 30 октября, пройдет, наверное, главная игра года. Петербургский «Зенит» может досрочно оформить чемпионский титул в матче с ярославским «Шинником». Напомню, что вчера «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0 у себя дома на «Газпром-арене».
Че, где курить теперь? Вон там, за ворот. За ворота. Свердловский. Андрей Дмитриевич. Андрей Дмитриевич. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Меня зовут Выходцев Степан Сергеевич. Но вам должен был поступить запрос на одобрение кредита. Послушайте, откуда вы знаете, как меня зовут и как я выгляжу? Понимаете, у меня четверо детей. Меня сократили, не объясняя причины. Угу. Но я нашел работу, я платежеспособен. Ну, смотрите, моя работа простая, как раз, два, три. Вижу хорошую кредитную историю, одобряю. Вижу плохую, заворачиваю. Против правил идти не могу. Вам же приходит ответ на запрос бюро кредитных историй. И вы теоретически можете проигнорировать его, принимая решение. Моя дочь, она проходила практику в банке и сказала, что вас даже проверять не станут. Для моей семьи сложилась очень сложная ситуация. Для вас 600 тысяч – это фу. А для меня это вопрос жизни и смерти. Я вас очень прошу. По-человечески. Как вы сказали, вас зовут? Выходцев Степан Сергеевич. Степан Сергеевич. Черт, ладно. Первый и последний раз. 600 тысяч. Спасибо. Только потому, что у меня сегодня день рождения. Поздравляю. С меня коньяк. В жопу себе его засунь. Коньяк. Добрый день, девчонки. Андрей Дмитриевич, с днем рождения. Дмитриевич, привет, Саша. Слышишь, это у того чувака видели? Да. Еще раз появится. Все, ментов вызывай. Понял. Спасибо, спасибо. С днем рождения, Андрей. Спасибо, привет. Здравствуйте. Спасибо. Нервы в себя? Нет. А где он? Не знаю. Люша, Люша. Где ж ты, Люша? Твою мать. Поздравляю. Спасибо, спасибо, Вадик, спасибо. Да. Алло, Серега, ты знаешь, где Невер? Ты ему звонил? Звонил, недоступен. Сука. Что делать? Здрасте. Слушай, ну, давай сегодня, пока его нет, еще раз проведем. А потом посмотрим. Ладно? Все, сегодня в 6. Угу. Серый, здорово. Андрей, привет, с днем рождения. Спасибо, спасибо. Здрасте, спасибо. Здрасте, здрасте. Подарки. Очень лично? Очень лично. Вечером придешь? Ответим? Вечером к маме. Слушай, нужно переговорить кое о чем. Может быть, я с тобой к маме. Заодно познакомишь. Слушай, я боюсь, она еще не готова. Давай потом. Ладно. Маме привет. Работы в банковской сфере у вас нет? Борис сказал, не обязательно. Боре, может, и не надо. Просто понимаете, задачи у нас достаточно специфические. Скажу прямо, с таким резюме взять на работу я вас не могу. Без обид. Никаких проблем, я понимаю. Спасибо, что встретились. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Да не моя натека. Ну, не взял и не взял. Ничего, проехали. Короче, с днем рождения тебя. Ты будь здоров и по возможности счастлив. Хоть кто-то из нас должен быть счастлив. Ну, буду, конечно. Куда я денусь? Да, Федор. Спасибо. Че, мы отмечаем сегодня? Не, Борян, я Кирю уже сказал, выхи. Я не могу на выхах. Меня Алиса попросила с дочей посидеть. У нее дела какие-то, у этого ее там командировка. А вот и наш именинник. Зайдешь? В общем, сначала думал не в день рождения, а потом наоборот же. Новая жизнь, новые горизонты. Не понимаю, вы меня уволить или повысить хотите? Повысить. Конечно, повысить. Ты ж хочешь расти? Вот. И тут я согласен. Когда же еще? Часики-то тикают. Держи. Поздравляю. Благодарю, спасибо.
Но у нас для тебя, понимаешь, достойной вакансии нет. И тут я подумал, может, в каком другом банке у тебя больше шансов. Вот я слышал, в Агрофинанс начальник отдела ищут. Может, туда? Рекомендации дам. Благодарю, но я, честно говоря, пока не собирался. Ну, ты подумай. Торопить не буду. Ну, не затягивай. Хорошо. Могу идти? Да. Благодарю вас. И коробочку возьми, это же подарок. Спасибо еще раз. Про отчет не забудь. Да, конечно. Так. Тут все. Андрюш, давай уже с этим прекращать. Да, Луся, все под контролем. Господи, как вкусно пахнет. Твой отчет на почте. Осталось только переслать. Как знаешь, что забудешь. Машину здесь оставляешь? Ну? Про вечер не передумал? Не, ну мама это святое. Полиции удалось опознать тело, выловленное вчера из морского канала. Им оказался молодой студент Петербургского технического университета. Окей. Завтра по всем проведем. Суммы какие одобрить сможешь? Максимальные. Универ в курсе? Ну, естественно. Нормально у него все. Звонил, не отвечает. Ну, ответит, значит. Ну, все. На связи. Счастливо. 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 Ты на телефон Неверову дал? Какого хрена они им звонят? Хоть завязывай, нормальные ребята, надо было сразу просто больше предлагать. Да стрёмные, чуваки, их сливать надо. Андрюша нам кто подгонять будет? Короче, Серый, завтра последнюю сделку проводим и все, закрываем нахрен лавочку. Тряхнулся, что ли? Алименты мне платить с чего? Мне сегодня босс вызвал на ковер. Знаешь, что мне сказал? Сейчас расскажешь, в подробностях. Не забудь. Реально на грани, слышишь? Ага. Алло. Да, можно. Можно, можно. Ну что, можно, ну что, можно, ну что, можно. Не удалось себе зажили день рождения? Поздравляю. Вот так, а как ты хотел? Блин, ну я же говорил, выходные. Ну а день рождения-то когда? Господа, отказы не принимаются. Мне к маме сегодня идти. Слушайте, у меня завтра эфир. Потихонечку, а одну еще, потихонечку. Я просто сразу хочу сказать, что сегодня ты нажишься так, что завтра у тебя не будет. Поехали. Да? Давай, давай, можно мне ее? Правда, то, что там свежий воздух, горы. Опа, Катя поздравила, прикинь. О, это что значит? Простила, что ли? Я, кстати, слышу, что она в Питер вернулась. Погоди, погоди, а как же Марина, а? Свадьба-то когда? Шите в жопу, блин. Ну, правильно, бухай один, как дурак. Сам бухай один. Я не могу без коллектива, я пойду. И ты давай подваливай.
Андрей, ты где? Какая разница? Андрей, езжай к маме. Слышишь? Андрей, тебе нужно в безопасное место. Ты что, меня контролировать начала, что ли? Неверов тебя сдал. Хочет все повесить на тебя. Все, все, все. За тобой придут. Ну тебя нафиг. Андрей, ты слышишь? Уходи оттуда. Здравствуйте. Вы кто? Володь, это ко мне. Это старый знакомый. Я сейчас поговорю и вернусь. Парень твой, типа? Зачем пришел? Ты же написала. Я просто тебя поздравила из вежливости. Еще вопросы есть? Типа это не было приглашением. 2 года был заблокирован и нам такая просто поздравила, да? Андрей. Тебе такси вызвать? Будешь? Не приходи сюда больше. Делай вопреки, делай вопреки, мир переверни, небо обреки. Режим полета. В каждом наброске, в каждом черновике, учитель продолжается в своем ученике. Режим полета! Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. А что вы празднуете, ребята? Они сказали нас, поздно спасать их, поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Я люблю тебя, Андрюша! Алло. Да, алло, что случилось? А ты не на работе, что ли? Да нет, я в выходной 2 дня. Ты же вчера сказал, эфир у тебя. Я говорил. Нет, послезавтра только. Ладно, все, давай, связь. Давай. Че ты? Че там, как вообще? Мне странно, вообще башка не болит. Вот и не пили. Мы не пили ничего. Смешно. Короче, давай, в себя придешь, набери мне.
Это Андрюх. А что там? Неверов не объявился? Мы вчера же обсудили все. Что именно? Ты его на день рождения вообще собираешься приглашать? Вы что, еще куда-то заходили, что ли, вчера? Ладно, все, давай, все. Знаешь, что ли? Ты мне лучше скажи, чем мы с этими перцами встречаемся завтра или нет? Игорь уже раз пять звонил, там вся партия в утиле, он больше не может ждать. Еще партия? Да вы с ума сошли, мы только вчера все получили. Подожди, у меня второй звонок. Давай еще подходик. Забыла? В смысле? Не знаю. Просто не думал, что ты позвонишь. Ну, короче, у меня вечер освободился, и я подумала, может, пора уже встретиться, познакомиться лично. Ты как? Слушай, хорошо, я тебе перезвоню чуть позже, ладно, скажу. Отмечаешь? Не рановато за сутки-то. Ты к себе придешь, зайди, разговор есть. Если по поводу агрофинанса, я еще думаю. Чего? Какого агрофинанса? Ты мне отчет прислал? Не прислал. Все нормально? Это вы мне скажите. Я сдал отчет вчера, я точно помню. Вчера я прислал вам отчет. Волоский, я тщательно проверяю почту. Никакого отчета не было. Прекрати уже бухать, а? Займись спортом. Игорь Валентинович, а число какое сегодня? 22-е. Уже 22-е. А отчета все нет. Вот. Да? Да.
вчера подмешали? Че? Я говорю, что вы мне вчера подмешали? Говори громче, ничего не слышишь. Андрей, скрепки для степлера дашь? Скрепки? Какие планы назад? Вместе отметим? Можем. Сейчас проходит очередное заседание по делу о пожаре в клубе «Маниш». Защита просит изменить свое пресечение подозреваемого на пастбищевом выезде. Тебе привиделся завтрашний день. Ты трахнул какую-то тёлку из Тиндера. С нами накидался. Больше ничего не помнишь, так? Но откуда я мог знать, что вы мне тёлку резиновую подарите? Вот это вопрос. Какая сука нас сдала? Вообще, это сюрприз был. Чувак, я бы и сам подумал, что это бред собачий. Но я правда знаю, блин, что будет завтра. Это радио в машине. Эти у «Спартака» выиграют. Мало тебе? Баннеры эти на улице. Эти елки, блин, которые у меня перед подъездом меняли. Эти... Не веришь? Ну, конечно, нет. Но ты вспомни, как, например, тебя у Никитина накрыло. Какого Никитина? Приехали. Че, одноклассников ты теперь тоже забыл, да? А че ты гонишь? Меня помнишь, Борю помнишь. Где работаешь, помнишь, где живешь, помнишь. Все. Ну, из дома я выходил, на работе был. С вами виделся вчера. Стоп, все, стоп, давай с простого. Маму помнишь? Маме звонил вчера. Катю. У Кати был вчера. Пьяный был. Марио. Марио, ты помнишь? Какого Марио? Как ты мог забыть Марио? Ты же твой любовник. Ты же гей, ты что, забыл? Сука! Что ты помнишь? Просто загоняешься, Андрюха. Блин, придурок ты. Андрей! Андрей! Есть кирканик? Кому? Меня спросили, чем тебя поздравлять. Виски годится? Парафонов он вообще считает, что бутылка — это не подарок. А что подарок? Впечатление. Она тебе квест хотела подарить, я ее еле отговорила. Я думала, ты вчера зайдешь. Я звонила. Так я у Бори был, я, видимо, звонок не слышал. Ну, завтра вечер, чурма. Угу. Скотина. Ну, красавчики, чё? Ладно. Так. Приветик. Привет.
Садись. Что, как дела? Да ничего, как твои. Шикарно. Зеленый чай. Обожаю. Класс. Про тебя-то Кир точно никак не мог узнать. Кто такой Кир? Друзья пранк устроили. Подговорили всех вокруг, будто сегодня 22-е, прикинь? А сегодня какое? Мы с тобой вчера проснулись. Было 23-е. Значит, сегодня какое? Прости, мы вчера что с тобой сделали? Да ладно. Слушай, как они про тебя могли узнать? А, плохая идея была встречаться. Тиндер этот, конечно. Я пойду, ладно? Без обид. Подожди. У тебя родинка на правом бедре, вот здесь вот. С парнем месяц назад рассталась. Что, не так, что ли? Сверху ты любишь. Псих. Вижу, не справляется. Или у тебя с ним особые отношения? Юрий Валентинович, у вас ко мне рабочий вопрос? Ну, просто я не думаю, что уместно обсуждать мою личную жизнь. Марин, Марин, что так распереживался? Это был просто вопрос. Мы с тобой должны быть друзьями. Я, кстати, тебе не говорил, что ты первый кандидат на повышение? Ну, в случае неожиданных увольнений. Работайте. Алло, ма. Привет. Ты как, не занята? Привет, Андрюш. Все хорошо. У тебя что-то срочное? Просто позвонил узнать, как дела. Просто я немного занята. Давай потом перезвоню. Скажите, что здесь вчера произошло? Не знаю, а что? Ну как, здесь же вот человека вроде сбили. Нет, это вы что-то путаете, потому что я здесь вчера весь день на смене был, никого не сбивали. Держите. Понял. Спасибо. Алло, Кир. Ну что, отпустила? Погоди. Ты как думаешь? Параллельные миры существуют? Понятно. Вопрос подпустило, снимается. Не, я серьезно, чувак. Мне кажется, либо я окончательно с ума сошел, либо я в каком-то параллельном, блин, мире существую. Хочешь совет? Бухать завязывай. Ну да. Thank you.
О, привет. Здорово, ты что тут делаешь? У тебя же выходной вроде. Да у нас экстренный вызов, у вас труп тут какой-то. Труп? Прямо у меня под домом. Ну да, у тебя под окном. А где? Вот там. Где? Слушай, ну не знаю, где-то здесь. Под водой. Под водой? Может, проплыл уже куда-то. Вот ты зараза. Я не знаю, убить тебя, гада, или обнять. Я чуть в дурку из-за вас не попал. Сколько людей взбудоражили, сколько бабла на это потратили. Это же кино целое замутили, ну. Так, Андрюх, ты под чем? Ты мне скажешь, самим не надоело? А? Слушай, ты же знаешь, да, если у тебя что-то не так, то ты всегда можешь на меня положиться. Да все так. Все, жду кино. О! Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опрокинь. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать их, поздно лечить, плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы, лучше, чем мы, лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон самсары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон самсары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. Эй.
Тысячами надо меня, и после меня будет тысяча меня, и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы.